Добрый день, приглашаем вас прочувствовать музыку на кончиках ваших пальцев с приложением МТС Мьюзик. Поп, рок, рэп, регги. Необычная музыкальная стена МТС Мьюзик вобрала в себя все популярные сегодня направления. Одним движением руки запустить на ней можно композиции любого жанра. Брещане с энтузиазмом присоединились к акции. Как оказалось, среди участников немало музыкальных гурманов. Горожане с удовольствием слушали композиции и участвовали в викторине, отгадывали жанр, к которому относятся звучащие треки, и получали памятные подарки. Первое — это было регги. Да. Второе — это был рэп. Да. А третье — это был поп. Музыкальная стена словно прототип приложения оператора МТС Мьюзик. Сервис позволяет насладиться любимыми треками без ограничений. Интернет-трафик в приложении не тарифицируется и не ограничен по объему и скорости. Пользователи могут создавать собственные плейлисты или слушать подборки музыкальных редакторов. Приложение содержит миллионы треков. Пользователи могут слушать специальные подборки, созданные музыкальными редакторами, или создавать собственные на свой вкус. Наслаждаясь любимыми треками, можно онлайн, либо сохранять их. Пользователи услуги интернет-трафик во время прослушивания музыки в приложении не тарифицируется и не ограничен по объему и скорости. Первые 30 дней пользоваться сервисом абсолютно бесплатно. Музыку слушаем постоянно, обязательно. Ну, проект вообще интересный, конечно. Хотелось бы, чтобы он развивался. Очень интересно, необыкновенно. Праздник в обыкновенный день, простой. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.